Следующий наш конкурсант под номером 40. Встречайте, Брасленко Диана с песней «Mercy». Берешь песню, где уже прописаны фирменные бэки, ты должна очень внимательно слушать бэки, чтобы стройно петь. Понятно? Ну, в некоторых местах провалило двуголосие. Поняла, да? Немножечко с интонационной частью у тебя проблемка. Я понимаю, что ты взяла топовую песню. Она знакомая, ну, по крайней мере, народу она знакомая, мне тоже самое. Но эта песня не из простых, она коварная песня такая. И очень серьезная и сложная. Ну, понятно, тебе уважение, что ты ее взяла в репертуар, но ее еще надо доводить и доводить до хорошего такой кондиции. Спасибо. Хорошо. Диана, аплодисменты специально для Дианы. Умничка. Спасибо. Артистка, все хорошо, ты двигаешься на сцене, ты ходишь, ты улыбаешься, у тебя отработаны какие-то детали, выкрики. Это все заметно, мы все это видим. И мы, конечно же, понимаем тот момент, когда все артисты волнуются, и мы вместе с вами тоже волнуемся.
То есть, ну, я соглашусь с Владимиром Евгеньевичем, песня сложная, частично ты с ней справилась по большей части, но есть кое-какие моменты, которые, конечно, там надо дорабатывать будет. Но ты молодец, все у тебя будет хорошо. Работай. Спасибо.